Феликс, мы на дороге. Так, с вами Татьяна на канале «Американская жизнь русской жены». У нас зима, декабрь. На улице плюс 15. За рулем Феликс, но он трезвый. Но он делает специально, чтобы меня повеселить. Традиционно в декабре, когда уже все готовятся к Крисмасу, у нас город украшается новогодними огнями, и традиционно с Феликсом мы едем смотреть огни. И вот сегодня мы едем смотреть огни в необычные места, ну и там, где мы раньше были, ну и там, где мы раньше не были. Новая мойка Rocket Car Wash скоро запустится, будем теперь сюда ездить, буквально через дорогу от нас. Так вот, традиционно перед тем, как смотреть Christmas огни, мы с Феликсом едем и покупаем две больших кружки горячего шоколада. Мы вот на Рождество сами завариваем, да, hot chocolate. А когда мы катаемся и смотрим город, мы покупаем. Вот мы в Старбаксе в прошлом году покупали, в Скутерсе мы покупали тоже раньше. А вот в Данкин Данатс мы еще не покупали, поэтому мы решили купить в этом году, в этот раз, Данкин Данатс. Вот, а так как это не единственный раз, когда мы приедем смотреть, поедем смотреть Christmas огни, потому что сегодня мы с Феликсом только вдвоем едем. Я хочу поехать к озеру. Здесь есть озера, где мы мечтаем жить. Не именно на них, но дома возле озер. И мы поедем в ту часть. И поэтому мы едем вдвоем. А когда мы поедем в даунтаун, мы обязательно возьмем детей, если Аделя согласится, и Радмила. Но я думаю, Радмила согласится, Аделя под вопросом. Вот, так что сейчас мы берем шоколад и будем балдеть, да, Феликс? Будем балдеть. Ты знаешь, что балдеть? Когда you big, big relax. Как будет English? Прям, it's cool. Я балдею. Как будет по-английски? Translate. Он не знает. Это странно, weird. Кстати, донатс отличается самым быстрым обслуживанием. Такой красивый цвет неба. Сейчас закат. У нас очень рано темнеет. В Америке зимой, вот где мы живем, очень быстро темнеет. 6 часов уже темно. А сейчас 5 часов, начало 6. И уже такой приятный красный закат. Можно я посмотрю? Зачем меня торкать? Мы хотели заказать еще донатсы, потому что Данкинс славится донатсами. Но почему-то сказали, что донатсов нет, а есть какие-то вот такие. С блюбери, с ягодой. Ну, я не знаю. Попробуем, мы первый раз. Ты что, еще считаешь? А, он говорит, мне подарил больше. Я думаю, что это он делает? Вот такой нам дали. Такой вот нам дали. Стаканчик. Это ларчи? Нет. Так, два. Hot chocolate. Горячие стаканы. Мы еще взяли трубочку. Мы любим с трубочкой. Сейчас, конечно, невозможно под горячую с трубочкой. Но пахнет уже шоколадом. Ой. Какао из детства. И... Какао. Есть такая еще песня «Као-као-как-као». Ты не знаешь. И поехали куда-нибудь в красивое местечко смотреть огни, радоваться жизни. Блин, смотрите, какая красота. Я просто обожаю. Это что-то с чем-то. Я ради этого готова долго смотреть на это, Феликс. Beautiful you. Thank you.
да, да, да. Санта-Клаус играет в боль. Слушай, это здесь, да? Или здесь, да? Нет. А, это... А здесь, посмотрите, что начинается. Представляете? Весь участок. У них там щелкунчики стоят на входной группе. А весь участок, все деревья украшены. Сейчас они еще остановятся фотографироваться, да? Еще пикчерчик делал. Кстати, вот фургончик еще такой заказывают. Вот мы 2 года назад до пандемии заказывали. Он сейчас остановится, люди будут выходить фотографироваться. Все один дом, прикиньте, да? Здесь вот сценочка на Рождество. Вот они в этом году не пожалели. Вот у них там входная группа. Здесь люди просто ходят, тоже смотрят. Это все один дом. Там у них было крыльцо, да, я вам показывала, со щелкунчиками. А здесь вот ворота. Представляете? Вообще, вот это огромная работа. Вот это у них ворота. Вообще пурику. Да, мне тоже нравится. Одно хозяйство, одно подворье. А здесь уже полным ходом Крисмас. Все, с завтрашнего дня начинается. Долгой дороги, чтобы посмотреть, что творится. Товарищи, вот посмотрите на идеального начальника. У него записаны все адреса его работников. Вот это его адрес красивенький. Вот он, например, сегодня мы купили, да, гиф-карту там человеку. Он упаковал в упаковочку. Он сделал открытку. Блин, такой молодец. Я бы хотела, чтобы ты был мой босс. Же перфект. Вот. Здесь вот он, с приколом. Там другой рисунок, там собачка была нарисована. Упаковал, адрес нашел. И потом он сделал конверт. Он не будет лично вручать, а он отправит ближе к Рождеству по почте. И это касается только тех сотрудников,
которые работают удаленно, потому что на его работе есть сотрудники, которые не все время, не всегда приходят в офис. Есть сотрудники, которые работают удаленно. Вот, например, одна женщина, вот, которой мы в ресторан купили гифт-карту, у нее есть направление от доктора, что она имеет право работать удаленно. Она вообще в офис не приходит, поэтому Феликс возмущается, но подарок ей готовит. Так прикольно. Мы же с Феликсом примеряемся. Вот у меня рога есть, видишь, Хускерс написано, я примеряюсь. Вот. Потому что в прошлом году мы делали прикол, я не знаю, фотографии сейчас вставлю, накануне Рождества он пошел на работу, мы купили специальные маски с бородой, он пошел на работу в специальной маске, и я пошла на работу, как бы такой, знаете, я тоже оделась в красное во всем, он тоже такой в красное оделся, ну, как бы так, little bit fun, вот мы сейчас с ним примеряемся, у нас есть вот такой ободок, и еще есть другой ободок, Феликс его одел, ему не очень идет, и у нас есть борода, в этом году мы будем так... Вот огромная пачка писем к Рождеству. Все друзья, товарищи, семья, знакомые. Я не знаю, интересно, есть ли здесь моя семья. Должна быть. Он знает. Видишь, он так пишет. More family. Но это фамилия. Family сразу семье. Family не по именам. Все, и вот так. Так, так, сейчас я просто перечислю, быстро перелезу. Аделя. О, Аделя написал. Нет, я свою я не видела. На моей бы не было одной марки. На моей было бы там много марок. Так что моей семье еще будет только писать. Ну вот, завтра отправляет все эти конвертики с поздравлением, потому что... Есть такая традиция в Америке.